своими глазами. Да, можно. Я хочу благодарить этой больнице за такое уважение. Целую руки, преклоняюсь всем врачам, санитарочкам, медсестрам, психологам, всем-всем, кто работает здесь, директор. Такая идеальная чистота, такое идеальное уважение здесь. Я хочу, чтобы расписали по всем бельцам, какая это больница хорошая, какое уважение. Никогда плохого слова не говорят. Лечат людей, сочувствуют. Я прикланиваюсь к рукам, к ногам, врачам, всем. И лечащий врачу Татьяну Владимировну. И это, врач, который ушел в отпуск, я забыла, как его. Баля. Баля тоже. Всем, и директору, и заведующему, всем. И вам, Эльвира, тоже за ваши советы, за все. Благодарю вам этой больнице. Такая чистота, такое уважение, такое... Ну, сочувствие, что передать нет слов для передачи от этой доброты. Я благодарю, миллион раз благодарю. Я Бабинская Надежда. Я благодарю, я хочу, чтобы афиши написали. Вы знаете, как распишите, много-много распишите от имени меня. Что? Я благодарю эту больницу, очень врачи хорошие. Мы без врачей никто, никто. Но врачам трудно, надо им верить. Любить, ценить, уважать. И вам тоже, психологу, вы очень много даете советов. Желаю вам здоровья, удачи, процветания, чтобы побыстрее не болел никто, чтобы этот вирус ушел от нас, с этой земли, чтобы мы жили мирно, дружно, любили, но без врачей мы не можем жить. Я прикланиваюсь к ним на колени, целую руки. И все на свете, этим врачам. Всем, всем. Я же не знаю их всех. Всему персоналу, всему отделу. Какая чистота, какая доброта. Поварам, что готовят вкусно. Санитарочкам подают, убирают. Все, все благодарю. Благодарю. Преклоняюсь. Спасибо. И простите меня, если я что-то не высказала. Я не могу, я... теряюсь, но я очень всей души благодарю врачам, медсестрам, санитарочкам, всем. Мою, чистую. Посмотрите, какая чистота, какая доброта, какое уважение, какой персонал хороший. Лечат людей, никогда полслова не скажут. Выслушают, подскажут. Все. Спасибо. Целую вас. Я тоже вас люблю. Удачи. Желаю этой больнице удачи, удачи, удачи. И хочу, чтобы по всему городу шли афиши, что я так желаю. Я напишу еще. Спасибо. Еще буду, пойду до Григоришина, там напишу еще. Спасибо. Езди напишу. Целую вас. Да, да, до свидания. Спасибо. Будьте здоровы. До свидания.